не пойди, кто бы не встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Котики вперед! Настоящая победа! Во что сегодня поиграем, Котя? Давай заглянем в коробку! Смотри, Катя, очки гонщика! И шарфы! Давай мы станем гонщиками! Поучаствуем в гонке! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и помчались к стартовой линии соревнований гонки по бездорожью. Смотри, наша машина! Чур, я водитель! Тогда я штурман! А вот и карта с указанием маршрута! Ну и кто наши соперники? И вам удачи в гонке! Она вам понадобится! О, вы победите! Это мы еще увидим! Гонщики, пристегните ремни! Вперед! Куда нам? За ними едем! Нет, направо! Так быстрей! Котя, давай туда, на гору! Поднажми, они догоняют! Ах так? Я знаю, где срезать! Держись! Есть! Оторвались! Не очень-то! Победителями становятся Котя и Катя! На втором месте... Как странно, где утята? Они там, на трассе, увязли в грязи. Правда? Откуда вы знаете? Мы проехали мимо них! Они увязли, а вы не остановились помочь им! Мы не могли, мы хотели победить. Вот так победили. Да, скорее проиграли. Бежим посмотрим, что там с утятами. За мной! Но... Мы победили! И тут появился таинственный незнакомец. За что вам дали приз? Мы победили в гонке. Победили? Отчего же вы такие невеселые? Все считают, что мы проиграли. Почему? Мы не остановились помочь утятам. Но если бы остановились, то не пришли бы первыми. А с утятами все хорошо? Мы не знаем, они не доехали. О, я, кажется, поняла. Мы так хотели победить, что даже не посмотрели, что с нашими друзьями. Да, и какой же ты победитель, если ради твоей победы страдает кто-то другой? Спасибо, мам! Эй, как вы догадались? Начнем заново, Катя. Но в этот раз будем помнить, что победа не главное. Особенно, когда друзьям нужна помощь. Теперь понятно, летим обратно! Котя и Катя вернулись на старт, чтобы начать гонку заново. Но в этот раз, несмотря на желание победить, решили убедиться, что никто из участников гонки не пострадал. Сейчас мы их догоним, Катя! Победа будет нашей! Утята увязли в грязи! Давай посмотрим, что там стряслось! Держитесь, идем на помощь! Что делать? Победителем становится... Стойте! Вы все приехали к финишу одновременно! Кто же победил? А победила... Дружба! Куда
не пойди. Кто бы ни встретился нам на пути, весело тем, кто мир познает. Смелее, котики, вперед! Мяу! Котики, вперед! Оставайся на месте. Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Смотри, Катя, рюкзаки! Туристами станем! И пойдем по извилистой тропе! Да, в кудрявый лес! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и пошли туда, где начиналась извилистая тропа, навстречу с другими туристами. Запомните! В лесу легко потеряться! Будем держаться вместе! Но если вдруг вы отстанете, стойте на месте! Отряд, вперед! Раз-два, раз-два! Раз-два, раз-два! Вот вам, дети-кричалка! Раз-два, раз-два! Лес шагает детвора! Мишку, Мишку! Мы там увидим Мишку! Эй, а вы молодцы! Раз-два, раз-два! В лес шагает детвора! Зайку, Зайку! Мы там увидим Зайку! Прыг-скок, прыг-скок! Неожиданно Катя остановилась, рассматривая что-то необычное. Смотри, Котя! Что там, Катя? Что-то пошевелилось! Не бойся, Катя! Наверное, это просто крошечный дракончик! А-а-а! Поверила! Ну, правда, Катя! Там никого нет! Смотри! А-а-а! Ладно, идем остальных догонять. Идем. Катя, они пошли туда или сюда? Не знаю. Как мы поступим, Катя? Проводник сказал, если отстанем, стоять на месте. Лучше побежать и догнать их, так быстрей. Может, ты и прав. Но в какую сторону бежать? Я знаю. Я пойду туда, ты иди сюда. Кто первый найдет отряд, крикнет: мы здесь! Ну, ладно, только мне страшновато. Котя и Катя разделились, но вскоре каждый пришел к новой развилке на тропе. И тут они окончательно заблудились. Котя! Катя! Котя! Катя! Я здесь, здесь, Котя! Я вижу тебя, Катя! Что нам дальше делать? Кричать! Спасите! Помогите! И сюда! Тут появился таинственный незнакомец. Чего кричим, котятки? Мы потеряли наш отряд. О, как же так вышло? Мы пенек рассматривали и вдруг поняли, что все ушли далеко вперед. Мы хотели их догнать, но только заблудились совсем. А если б вожатый заметил, что вы пропали, что бы он сделал? Наверное, пошел искать нас. И где бы он вас искал? Вернулся бы на то место, где мы еще с отрядом были. О, кажется, я понял. Если вы отстали от своего отряда, лучше не уходить никуда. Чтобы наши товарищи вернулись и нашли нас. Спасибо, мам! Эй, как вы догадались? Давай сначала, Катя. И в этот раз, если отстанем, будем на месте, как вкопанные стоять. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились в лесной поход. Но в этот раз, когда они отстали от остальных... Не бойся, Катя! Постоим на месте и подождем, пока они вернутся и найдут нас! Верно! Раз-два, раз-два! В лес шагает детвора! Птичку! Птичку! Мы там увидим птичку! Прыг-скок! Прыг-скок! Молодцы! На месте остались! Отыскать вас не составило труда! Что ж, вернемся на тропу! Раз-два! 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 Так, Котя и Катя поняли, что иногда найти кого-то намного легче, если он сам даст себя найти. Лес шагает детвора! Жабу! Жабу! Мы там увидим жабу! Прыг-скок! Прыг-скок! Прыг-прыг! Прыг-прыг! Прыг-прыг!